Всем привет! Это наш второй поход. Мы приехали в поселок Хекстон. Проверяю свою новую камеру. GoPro вот она сейчас снимает в 4К. Да, 60 FPS. Линер. Ну что ж, вперед! Красная лампочка горит или там сверху? Она пишет? Да, горит. Все. Потом таймлапс просто поставлю. Сейчас следующий, как пойдем. Все. Начало поснимаю здесь. Где-то минут 5. Продолжаем путь. Установки на GoPro сделал travel. Установил 4К, 60 кадров в секунду и линза wide, широкая. Вот разрешение, посмотрите в углу снизу, вам скинул. Насчет микрофона не знаю. Это оригинальный микрофон, здесь довольно-таки ветрено. Сейчас посмотрим, что по звуку. Так, это еще один пресет я сделал на свою камеру GoPro 8 Hero Black. Пресет идет на селфи. Снимаем 4К, 60 FPS и линза линер идет, опция выбрана. Так, вот гуляем сейчас. Фото. Thank you.
пришли на возвышенность Barton Hills. Вот они называются. Тоже Nature Reserve. Защищено место очень красивое. Сейчас покажу вам. Все, Оля, готова? Иди аккуратно. Все? Как, Игорь, выспался там? Так, небольшой перевал у нас, кушаем орехи. Happy Belly. Да, очень хорошо. А, Игорь, очень хорошо. Очень хорошо, когда гуляешь, перекусить. Сразу сил больше, правда, Игорь? Особенно, когда не поел с утра, да.